Пантелей рос из черносмуглым, бедовым, схож был на мать лицом и подбористой фигурой. Женил его Прокофий на казачке, дочери соседа. С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато красивые казаки Мелеховы, а по уличному — турки. Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство, заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский бас беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный. Под уклон сползавших годков закряжестил Пантелей Прокофьевич, раздался в ширину, чуть сутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром, в молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу. Носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу. До старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы. В гневе доходил до беспамятства, и, как видно этим, раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену. Старший, уже женатый сын его Петро, напоминал мать. Небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый. А младший Григорий в отца попер, на пол головы выше Петра, хоть на 6 лет моложе. Такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях под синими миндалины горячих глаз. Острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец. Даже в улыбке была у обоих общая, звероватая. Дуняшка, отцова слабость, длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым детем. Вот и вся